Эй, друзья мои, всем привет! Вы только посмотрите, где мы находимся. Мы находимся в локации из игры в кальмара. Захожу я сегодня в ТикТок и вижу, что в Роблоксе, оказывается, есть много карт по игре в кальмары. Мне кажется, что очень интересно будет их глянуть. Если вам тоже нравится эта идея, обязательно поддержите ролик лайком. Мы сейчас тут все одинаковые, в одинаковых костюмчиках, бегаем, смотрим, знакомимся, пытаемся понять вообще, кто тут мирный, кто тут не очень мирный. Пока не знаю, кому доверять, вот честно вам хочу сказать. Хотя смотрите, вот симпатичные шарики. Как вы думаете, Тр-Боран ему стоит доверять или нет? Мне кажется, что тут вообще никому не стоит доверять, потому что вы помните, чем закончился этот сериал, это дорама, поэтому, друзья мои, мы сегодня с вами попытаемся выжить. Не знаю, что из этого получится, надеюсь, что хоть что-нибудь получится. Если в этой игре не получится, попробуем какую-нибудь еще. Давно я вообще в Roblox не играла, знаете, соскучилась как-то по Роблоксу. Поэтому, надеюсь, вам тоже понравилась идея нашего возвращения в эту игрушку. Игра начинается. Итак, у нас первая локация, и я думаю, что вы ее уже узнали. Давайте выберем какое-то местечко, давайте в центре будем начинать наше движение. Так, не пихайся. О, кстати, по поводу пихайся. Мы, оказывается, здесь можем выпихивать игроков. Добро пожаловать в игру в кальмара. Это первая из многих игр. Тише едешь, дальше будешь, не пихайтесь. Перейдите на другую сторону, чтобы быть в безопасности. И смайлик в конце, ну спасибо. Побежали. Ох, это песенка, блин. Не двигаемся. Воу-воу-воу-воу-воу. Уже начинает отстреливать. Стоять. Ребята! Ускорилась же, не? Так, я лучше как-то отдельно от всех буду бежать. О-о-о. Надо не крутиться. Ч-ч-ч, тихо. Тут же не важно, каким ты придешь. Бежим, 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 ребят. Пальчики скрестите на руках, на ногах. Смотрите, как быстро они выбивают. Успела! Есть! Ох, нифига себе, ребят. Нас так мало осталось. Надо с кем-то объединяться. С кем будем объединяться? Давайте рассмотрим фигурку этой девочки в желтом. Мне вот это вот нравится. Раяна в этих, с фиолетовыми волосами. Давай залазь, давай рассмотрим. Девочка в желтом платьице. Можно я к тебе поближе подберусь? Давай залазь, 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 залазь. Ну давай залазь. Ой, не хочет она залазить нормально. Ладно, фиг с тобой. О, залезли, друзья мои, залезли. Привет. Ох, какая же ты стрёмная. Ты меня что, в игре кальмара пугала? Что здесь пугаешь? Эмма, может я с тобой подружусь? Надо обязательно найти себе какого-нибудь товарища. Не надо пихаться. Привет, Раяна, я буду с тобой дружить. Слышь, не выпихивай меня, алло. Один остался, слушайте. Один человек. Или с тобой подружиться? Маямин. Давай подружимся. У тебя прикольный цвет волос. Ты вроде улыбаешься. Это вообще залипает. А, Раяна вообще залипает. То есть, если ты бежишь обратно, тебе ничего не будет, а? Ну, это уже хорошо. Главное, что я номер 01. Ты тоже 001? А, отлично. Мы тут все как дедуля. Слушай, у тебя классный бык. Ты не хочешь с нами дружить? Будем тимить? Не, не будем, ну ладно. Все игроки дошли до конца. Или умерли. Спасибо, Squareguard. Мы прям так обрадовались. Сколько же нас осталось? Слушайте, нас так мало. Печенька? Вырежете печенька? По линиям. И если печенька сломается, вас исключат. Ребята, что вырезать-то будем? Что нам выпало? Звездочка. Фух, треугольник. Мне кажется, это будет не очень сложно. Хотя, насколько я знаю, вроде бы самая простая звездочка считается. Блин, а как тут вырезать? О-о. Понимаете, у меня мышка не совпадает с иголочкой. Так-так-так-так-так, начинают уже бегать. Раз, два, три. Есть! Ух, друзья мои. Треугольник тоже несложно. Вот если бы нам выпал какой-нибудь, не знаю, зонтик или еще что-то. Слушайте, нас вообще почти не осталось. Нас так мало. Нас совсем мало. Кто получит 38 миллионов долларов? Как вы считаете, кто у нас будет победителем? Привет. Сержант-майор. Ладно. Я пойду здесь покатаюсь.
Давайте посмотрим на ваши печеньки. Да, пожалуйста, смотрите, у меня просто самый лучший треугольник. У меня самый красивый треугольник. Слушайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Я так понимаю, что у нас где-то 15 человек осталось. Поздравляю, вы зашли очень далеко. Время отдыха. Хорошо, я выбираю себе вон ту верхнюю кровать. Рекомендую вам объединиться с другими игроками. С кем? Спокойной ночи. О, я хочу с тобой, Тим. Давай с тобой, Тим. Тим, давайте ей напишем. Подойдем к ней сейчас, вот типа, и скажем, Тим. Давайте напишем. Тим, хочу с тобой тимить. Я хочу с вами вот тимить. Давайте, Тим. Будете со мной тимить, пожалуйста? Нет? Это плохо дело. У нас зато есть бита. Я беру биту. А куда я упала вообще? Где я вообще, ребята? Ничего не вижу. А, фух. Слушай, я к ним подхожу тимиться. Они не хотят со мной тимить. Ну, не надо. Ну и не надо. То есть я говорила, что вроде бы нормальная, адекватная девочка. Раяна там уже пошла свои биты размахивать. Все, я буду здесь. У нас паркур-мастер. Паркур-мастер по кроватям. Ну, вроде бы пока все живы. Я буду защищаться. Я выбираю себе свой этот самый. Залазь. Это будет моя башня из постелей. Вау, кого-то, по-моему, грохнули, нет? Аккуратно! Ребята, я перепугалась. Так внезапно появился персонаж. Давайте наверх, наверх. Давай, 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 залазь. Я тебя сейчас сама битой отлуплю. Так, ну, вроде как я никого не вижу. Понимаете, он вдруг внезапно вылез. Или вылезла. Слушайте, это что, та Раяна была? Или кто у нас? Эмма. Может быть, с Эммой надо было объединиться? Мне кажется, что Эмма, скорее всего, такая адекватная барышня. Ох, ты ж плохо, как все. Посмотрите, какие тут все агрессивные. Давай сюда аккуратненько, будем перемещаться. Вроде как трупов нет. Это уже хорошо. Туда-сюда будем прыгать. Главное не упасть на пол, потому что падаешь на пол, это все. Аккуратно. Эмма заняла ту башню. Я занимаю эту. Сейчас, по-моему, кого-то... Нет? Да. Кого-то таки убили. Я надеюсь, что все хорошо отдохнули этой ночью. Серьезно. Я прям восхитительно отдохнула. Просыпайтесь и будьте готовы к следующей игре. А что у нас было дальше? А дальше третье испытание. Это было перетягивание каната. А как мы сейчас будем перетягивать? Я первая? Следующая игра — перетягивание каната. Появится кнопка, нажимайте на нее настолько быстро, насколько сможете. Удачи! Победит сильнейшая команда! Как? Как? Скажите мне, мы сейчас победим. Серьезно? Так, давай, клик ту пол, клик ту пол, клик ту пол. Да-да, кликайте, 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 кликайте. Пожалуйста, кликайте, кликайте. Мы же кликаем! Ребята, нет, нет, нет. Да ладно, ну спасибо, блин. Накликали, называется. Я нашла еще одну игру, которая тоже называется Squid Game. Давайте посмотрим, что здесь для нас подготовили разработчики. Слушайте, ну локации, конечно, просто топовые. Ноль? У нас тут пока что ноль, да? 59 человек. Хорошо, waiting for players. И сколько нам надо будет ждать? Тут, между прочим, кстати, музыка есть, все. То есть, ребят, антураж просто идеально передан. Так, make your way to the first game. Мы с вами отправляемся в первую игру. Кстати, какая игра вам понравилась больше всего? Ну, если вы, конечно, смотрели. Игру в кальмара. Так, воу-воу-воу. Ребят, тут стеклянный пол. Слушайте, как это круто выглядит! Как же классно! Слушайте, локации просто что-то с чем-то. Ну, движемся, движемся. Пойдем, только главное друг друга тут не спихивать. Так, сюда по стрелочкам, по стрелочкам. По стрелочкам идем. Там Дошик! Дошик, привет! Меня так тоже на стримах иногда называют. Make your way to the first game. Чё-то мы вообще в какой-то темноте стоим. Какари! Привет, Какари! Малучка! Слушайте, такие ники прикольные. 3 минуты? Ну, заходим, заходим. Здравствуйте. Так, надо поближе как-то стать. Ну, давайте начнем, наверное, отсюда. Становись. Ну, зеленое, красное, понятно. Ну, все понятно. Тут хочу стать... Ну-ка. Uh-oh.
Тихо. О, вау. Слушайте, сразу же. Я видела, как он двигался. Вот именно, что лучше чуть раньше останавливаться. Аккуратненько, ребят. Время есть. Лучше не двигаться. Лучше не спеши. Вы посмотрите. Аккуратненько. Я не буду спешить. Бегом. Хорошо, что мы хоть не споткнулись. Слушайте, ну достаточно много пережила. Первое испытание. Это хорошо. Вы видите, что ускоряется, да? Двигаться нельзя. То есть они двигались, когда был red light, получается. То есть... Слушайте, там вон стоит одна красавица. И, по-моему, она никуда не собирается отправляться. Давай потихонечку. Она что, по шажочку будет делать? Пабло, давай быстрее. Ну, из принципа, как вы понимаете. Чисто из принципа. Ну что, мы с вами справились с первым испытанием. Это хорошо. Но с Пабло я точно объединяться не хочу. Чудненько. Прекрасненько. Это все, кто остались, да? Ну хорошо, а где я? Где моя мордаха? Где моя мордаха? Что-то я ее не вижу. Слушайте, где моя мордаха? А, вот моя мордаха. Вот это я. Я 047-я. Хорошо, отлично. Кстати, здесь обратите внимание, что у всех циферки как раз разные. То есть, в отличие от той игры, тут у каждого свой порядковый номер. Так, ну становимся. Lights out. В смысле lights out? Какой lights out? Make your way to the second game. Чудненько, побежали. Бежим. Интересно, в ту же локацию или в другую? Здесь, насколько я помню, персонажа сканировали. Еще перед началом игр фотографировали. Движемся. Так, не пихайтесь, а то сейчас кто-то туда может упасть. Все, вторая игра это у нас печеньки, да? О, печенюхи. Но мне кажется, лучше брать... Что брать? Кружок? Я даже не знаю, понимаете, как здесь у нас будет вырезалок. Все в треугольник пошли, понимаете? Я тоже хочу в треугольник. Мне кажется, что будет попроще с трюгом. В смысле? Мне нельзя попрыгать? О-о. Ребята! Мне это не очень нравится. Будем делать печеньки. Как мне это делать? Вау! Ребята! Как я это сейчас сделаю? Почему мне выпал зонтик? А можно я его оближу? Ребят, я не успею. Давайте поддержим Дашку лайками, чтобы она успела. Так. 35 секунд, а я даже еще половины не сделала. Так, аккуратно. Ребят, это невозможно. А, так тут можно вот так вот вести, да? Давай попробуем. Ребят, я не знаю. Тихо, может это правильно? Быстрее, ребята! Быстро, я не сломала! Есть! Я же сделала все правильно! Это я успела! Я успела в последнюю секунду! Фух, ребята, просто последнюю секунду! Так, где мой перс? Посмотрите, как мало осталось! Ладно, у нас следующая игра. Движемся. Что у нас дальше? Перетягивание каната. Я даже не знаю, как у нас сейчас здесь все это будет. С кем мы будем перетягивать? Кто у нас будет в тиме? Пойдем. Главное, что у нас осталось не так уж много. И вот это уже интересно. С кем мы будем? Или все-таки... Да, канат, друзья мои. Сила 100. Ну-ка. Мы в двух клик тупул. Но. Ну-ка. Давай. Ноль. Нет. Есть. Нет, неправильно. Click the bar. Слушайте, а где на... Да ладно, мы выиграли? Слушайте.
Мы с вами победили. Я так понимаю, что мы молодцы. Дальше у нас игра в шарики, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Ребята, восемь персонажей осталось. Восемь! Четвертая игра начинается. Побежали, 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 побежали. Быстрее, 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 быстрее. Ну-ка. Значит, сейчас у нас что должны быть? Шарики, да? Ох, я даже не знаю, как их тут смогли устроить. Ну-ка. Где я вообще нахожусь? Оп. С Какари будем играть, да? Я с ней подружилась. Я не хочу играть с Какари, я не хочу играть с другом. Ну-ка. С кем мы играем? А, нужно теперь угадать количество шариков. Select. Ну давай сколько выберем? А, давайте 3. Even. Поставим. Я выиграла? В смысле, а чего она не захотела играть? Ну, 4 давай. Ну, я же выиграла, все. Я же как бы выиграла. Давайте 6. Ребят, осталось 6 персонажей. Я выиграла, это я уже поняла, спасибо. Я пока по локации побегаю. Осталось 5 персонажей. 5. Подсчет пошел, да? Это был финал уже? Да ладно. $880. И нас осталось 4, друзья мои, 4. Thank you for playing, слушайте. Это было круто. У нас остался еще 5-й, 6-й эпизод. Знаете, друзья мои, это было круто. Если хотите больше подобных игр, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, напишите, в какую игру в Роблоксе вы играете чаще всего. Буду с вами прощаться, хорошего настроения, до скорых встреч. Пока-пока.